Президентом я не хочу быть, у него нет свободного времени. Я думаю, у него его очень мало. То есть о его детях практически никто не слышал. То есть там один раз где-то написали в газетах и все, но их так живут, практически мало кто знает. То есть они живут скрытый образ жизни, дети его. То есть зачем мне это? Политику я ни в коем случае. Хочу быть актером и все.